у нас в городе, я как-то говорил о том, что у нас в 2011 году была перепись, у нас 65,3 тысячи человек живет в городе, но прошло более 10 лет, поэтому мы предполагаем, что это будет более 70 тысяч. Кстати, здесь тоже первый раз сейчас озвучу, раз не набрали. Значит, в следующем году мы планируем, значит, провести перепись по городу Сухум, для того, чтобы уже точно знать цифры, там, какое у нас население проживает постоянно в городе. И тогда, чтобы можно было применить ту или иную идею, то или иное предложение.